8 ДТП с пострадавшими зафиксировано в округе за последнюю неделю. Сводка дорожных происшествий стала темой расширенного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Наезды на пешеходов и столкновения транспорта возглавляют статистику ГИБДД. Впрочем, общая картина аварийности выглядит не так пугающе, как в прошлом году. Участники движения стали реже гибнуть и травмироваться на люберецких дорогах. Прекрасно понимаем, расслабляться нам тоже рано. В связи с тем, что наступает достаточно сложный период временной, наступает зима через несколько дней, поэтому будет усложняться с каждым днем дорожная ситуация, и, соответственно, рост риск дорожно-транспортных происшествий будет, соответственно, расти. Члены комиссии обсудили слабые места в системе обеспечения безопасности дорожного движения. Так, представители ГИБДД обратили внимание на необходимость построить ливневую канализацию на улицах Кирова, Инициативная и Красноармейская. Другие темы обсуждения – аварийное разделительное ограждение на Егорьевском шоссе и отсутствие дорожных знаков на опасных участках. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.